Всем привет, ребята! Сегодня покажу вам шину, которую знают практически все. Вы, наверное, уже по протектору догадались, что это за бренд. Это у нас Кама Флейм. Шина в размере 205-70-16. Так, сейчас я вам это покажу. 205-70-16. Гордая надпись Made in Russia. Далее у нас идет маркировка, индекс нагрузки, индекс скорости 91, индекс нагрузки Q, индекс скорости M плюс S, маркировка грязь плюс снег, то есть она всесезонная у нас шина. И посмотрим маркировку изготовления. 8-я неделя, 17-й год. Так, вот 8-я неделя 17-го года. Не хочет фокусироваться собака. Так, дальше что у нас по протектору? Протектор, как вы можете видеть, очень специфический. Ламелей маленьких раздельных очень много. В них есть прорези вот эти небольшие для сбора снега, отвода воды. Они у нас даже очень мягкие, ходят хорошо. Но сама по себе эта шина у нас достаточно дубовая. Вот. Практически не проминается. Боковина также не проминается. Отбойника в этой шине нету. Эту шину обычно рассматривают для покупки на трехдверные Нивы, на пятидверные Нивы. Некоторые на Ниву Шевроле берут. По грязи, на рыбалку, в принципе, неплохой вариант. Резина хорошо по грязи ковыряется. Зимой ее использовать вообще не советую, так как тормозить по льду она не будет. Будет буксовать. По снегу, по снежной каше еще более-менее. Единственное, что можно ее в зиму использовать где-то в регионах, где у нас зимой температура не опускается ниже минус 5 градусов, например, там в Краснодарском крае, где у нас хорошие теплые зимы, там, возможно, можно ездить на этой резине. Но тоже я бы не советовал зимой ее все равно использовать. Это больше резина у нас на период осень, весна, куда-то на рыбалочку, на охоту съездить в лес, за грибами съездить. Летом тоже по шоссе, по загородной трассе будет на ней некомфортно тоже передвигаться. Она будет гудеть, будет шумная очень. Но, в принципе, в Ниве у нас и так трехдверный, не особо шумоизоляции, но все равно некомфортно на ней двигаться на больших скоростях, где-то от 90 км в час. По трассе будет не очень на ней. Вот. Стоит эта шина у нас в магазине ровно 4000 за колесо. Еще раз повторюсь, в размере 205-70-16. Вот. В такой цене, в принципе, можно каких-то китайцев рассмотреть. Не обязательно эту Каму брать. Она не будет самая дешевая за эту цену. Что-то можно еще подобрать. Эти шины еще ставились с завода на новые Нивы. Многие владельцы Нив, кто покупал ее сновья, скорее всего, у вас была такая резина. Вот. Отзывы от покупателей достаточно разные. Некоторые говорят, что после первого сезона уже все четыре колеса восьмерка идут, не балансируется. У кого-то грыжи вылезают, у кого-то вообще боковина отслаивается, нитки лезут вместе с проволокой металлической. А кто-то говорит, что по 5-6 сезонов отхаживает и все нормально. Естественно, здесь играет роль фактор эксплуатации. Каждый человек эксплуатирует покрышку по-разному. Кто-то ее убивает там в плохих условиях, кто-то потихонечку, пенсионеры какие-нибудь, до рынка на выходных и обратно, по будням вообще не ездят. От этого зависит тоже износ шины и все остальные факторы.
Вот, так что, ну, протектор здесь такой, еще раз повторюсь, даже, можно сказать, полугрязевой. Поковыряться в каком-нибудь грязи, там, в лесу, после дождика проехать, эта шина вполне может это сделать. На асфальте, повторюсь, по трассе не очень комфортно будет на ней ездить. Да и в городе, я думаю, тоже не особо. Так что вот такой вариант. Кама Флейм. Проверенная временем. И плохих, и хороших отзывов достаточно. Стоит в размере 205-70-16 4000 рублей за шину. Такой вот, ребята, вариант. Не на повседнев, так сказать. Всем спасибо за просмотр. А если хотите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всем удачи, всем пока. Ставьте лайки, пишите канал. Всем пока.